Всем привет! Сегодня на моем канале стартует конкурс! И вот какие подарки я для вас выбрала. Это и смарт-часы, и пауэрбэнки, и колонки, и экшн-камера, роутер, крутая подставка под твой ноутбук и крутяцкая лампа Xiaomi. Вот такие призы я для вас выбрала. Они очень крутые, и они уже ко мне едут. Я в следующих роликах вам буду еще детально о них рассказывать и показывать. Ну а пока выполняйте правила конкурса. Под этим роликом оставляйте комментарий, в котором обязательно укажите, как с вами связаться. Это может быть либо ссылка на вашу любую соцсеть, только прямая ссылка, которая ведет на вашу страницу. Это может быть просто ваш имейл, чтобы мы могли вас найти, если вдруг вы станете победителем. Это первое. Второе. Вы должны быть обязательно подписаны на мой канал. Проверьте, чтобы кнопочка подписаться была серого цвета. И вы обязательно должны быть подписаны на канал Комфи, ссылку на который я тоже оставлю под видео. Нажимаем на красную кнопочку, подписываемся и становимся участником моего конкурса. Итак, всего три простых шага. Быть подписанным на мой канал, на канал Комфи, ссылка будет под видео, и оставить под этим роликом комментарий с вашей обратной связью. Вы можете написать: участвую в конкурсе, вот мой email, или участвую в конкурсе, вот мой Instagram. Только обязательно указывайте ссылку, прямую ссылку на свой Instagram, а не просто имя и фамилия, потому что с такими именем и фамилией может быть очень много людей, и мы просто можем перепутать и отправить приз не вам, а просто вашему однофамильцу. Вы же этого не хотите, значит, позаботьтесь о том, чтобы ваши данные были точно правильными и точно вашими. Все, кто оставит комментарий, подпишется на эти два канала, будут участвовать в розыгрыше, который состоится 19 января. У вас есть еще масса времени для того, чтобы делать эти три простых шага. В следующих роликах я обязательно показывать буду эти все призы, которые придут мне. Мы с вами вместе их распакуем, посмотрим, рассмотрим. Там будет несколько пауэрбэнков разных цветов, разных форм. Также будут разные колонки, настольные колоночки, небольшие такие, прикольные, смешные и просто стильные. Будет классная лампа с связью через интернет, там какая-то с наворотами, короче. Если ты давно мечтал об экшн-камере, участвуй в моем конкурсе, потому что именно здесь мы разыгрываем экшн-камеру. И именно ты можешь стать победителем и выиграть именно ее. Ну а если ты засыпаешь с ноутбуком на своей груди, и он вечно перегревается, тебе необходимо под него подставочку со специальными такими вентиляторами. Что нужно сделать? Правильно. Подписаться на два канала и оставить комментарий с обратной связью к себе. И выиграть такую подставочку. Так что не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. И быстренько выполни условия этого конкурса. Комфи, Виктория, комментарий. Все, всем удачи! Эпицентр, привет! Ты нас ждешь? Мы уже идем к тебе. Это что-то связано с вот этим. А, ты краску хочешь, чтобы перекрасить обои? Да. Это не подарок, я думаю. Ну, а я хочу валик, вот эту штуку. Захейтят так, что скажут, Артем подарил за эту краску. Ты что? Вика попросила. А что же мне теперь захотеть? Я уже решила за ведро краски. А Артем сказал нет. Капец. Придумать заново, да? Конечно, ну придумала ведро краски. Ты еще... Я хотел качественный пульвер. Пульвер. Ну и что, купил? Ну я купил, но... Он некачественный, да? Ну как тебе сказать? 663 гривны. А я в интернете видел Dunlop оригинал жилетка. Dunlop — это японские шины такие. Ага. И вообще она там стоит что-то 890 или сколько. И вообще-то бомбежная жилетка. Ее можно даже на рыбалку использовать. Короче, я тебе дарю жилетку тогда. Окей. В интернете, который мы заказываем. Давай прям сразу тогда заказываем. Прямо здесь? Да. Я видел. А, видишь, эска. Нет, выходи. Только эска размер. А мне надо какую? Посмотрите на этот безнадежный взгляд. Оказывается, они только в размере S. А нам нужно М-ка. Я видел... М-ку сегодня на человека. Но она говорит, мне лучше С-ку. Больно, на него большая. Она или он? А, о. Ты говоришь, она говорит. Ну, жилетка, я имею в виду. Он. А, так может, купите С-ку и поменяетесь? Какой выбрать, синий или синий?
Я вот этот хочу тебе подарить, можно? Да не. Да, я хочу тебе подарить классную вещь для работы, которой ты будешь каждый день пользоваться и радоваться. Что-то этот 400 стоит, 450, а те в половину меньше. Так они одинаковые, а давай спросим у кого-то. Ну давай, возьми два и пойди спроси на кассе. Чем они отличаются тут у просто, консультанта? Тут просто, наверное, набалдашник. Ну, набалдашник лучше. Как можно для своей работы жалеть качественные оборудования? Нас проконсультировали. Оказывается, разница в цене всего лишь из-за того, что вот тут вот железненькая вставочка, а там пластик. И разница в 140 гривен. Да, а еще сказали, что им нельзя силикон разбрызгивать, а Артем покупает именно для силикона. Поэтому нас отправили в другой отдел, где мы сейчас поищем специально для силикона. Понравилась железка? Ну, такая. Идем выбирать подарок теперь мне. А я не знаю, что я хочу. Артем что-то уже нашел. Она тут как дождь. За 400 гривен пойдет, такую, как ты хотела. Она, во-первых, маленькая. Не такую я хотела больше. Нет, так на ощупь потрогать, даже не потрогала. Силиконовая. Но она маленькая. Стеклянные вот такие досточки. Не знаю, как кто ними пользуется. Это так неудобно, этот нож по этому стеклу цокает. Ужас. Ну да, тупица, жалко. Пришли в сковородки мы. Ну вы же знаете, какую я люблю сковородку. 28 сантиметров глубокую и такую как кастрюля. Вот такую. Такую. Только с ручкой для сковородки, а не для кастрюли. Но таких нет. Не такая. Вот есть похожая. Она меньше, она 24 сантиметра. А он пишет 28. Она же меньше, чем моя. А что тут? Тут типа яйца, тут что-то. Вон, смотри, нарисовано. А, нет, мы такое не делаем. Вот это как вариант, неплохая, но не идеальная, но может быть мы ее возьмем. Тяжелая, это чугунная. Ты подкачаешься. Я знаю, она. Или ищешь. О, я ее не могу поднять, реально. Да не, ну нафиг, это чугунная сковорода. А что вот это, что она такая? Смотри. Вообще потрогай, какая она. О, Винзер, ничего себе. Это ого, фирма. Ого, 1328 гривен стоит. Да, так это фирма. Короче, пошли блины жарить. Вот, вот такую хочу форму и сковородку. Нету там второй ручки нормальной? Нет, я уже смотрел. Так. Что, вот ту? Какую? Маленькую. Не хочу маленькую, я хочу большую. И тут ручка резиновая. Нашли самую больше похожую, но все равно моя вот та повыше. Ну, мы ее не найдем по-любому. Ну, пока такой бы у нас уже тоже та уже такая. Да, она уже капец ей уже. Или вот эту. Или вот эту, да. Ну, давай две сравним. Это полегче, это потяжелее. Мне вот тут больше нравится оно, вот это вот. Покрытие? Да? Нет. Я люблю сковородки, в которых масло ровно растекается. Вот, в таких сковородках оно не будет ровно растекаться, оно будет с, ну, ой, смотри, какая прикольная маленькая сковородочка, для одного яйца. Вот оно будет стекаться в центр, а вот в таких сковородках будет ровно держаться масло. Ну, такая миленькая сковородочка, прелесть просто. Так, надо выбрать среди этих. Ну что ж, я счастливый обладатель супер-классной сковородки, еще одной. А еще я же все время ищу тапочки и вот эти вот, которые... А, кстати, спасибо, Сунцев, за чудесный, супер полезный, нужный и, главное, классный подарок. И я все время ищу тапки себе, вот эти вот сапожки, серенькие, с котиками, с ушками.
которые у меня уже протерлись до дыр, но их таких нет в эпицентре, есть только черные. И я посмотрела на черные их, на этикетку, ввела в интернете, нашла такие же серенькие, как я люблю, и уже заказала. По той же цене, как и в магазине. Ну, просто за доставку нужно будет заплатить. Так что я теперь еще буду счастливый обладатель тапочек. А Артем все-таки хочет ту жилетку, и вот сейчас он ее активно ищет. Она в размере только S есть, но мы решили сейчас найти телефон. Ищи телефон, давай я наберу. Вот телефон. И позвонить и сказать, что нам нужно. Ну, пусть, может быть, можно. Эль, говори. Ищи что? Мы готовы подождать, пока они там закажут, пришлют и так далее. Так, 093, диктуй второй номер. Вы позвонили в интернет-магазин Fair оригинальной одежды и обуви. К сожалению, вы позвонили в нерабочее время. Извините за неудобство. Мы обязательно перезвоним вам в рабочее время. А, они перезвонят. О, отлично. Ну все, они позвонят, а я скажу... Так давай еще другой позвоним. Давай. А я скажу, главное мне не забыть название какое. Данлоп. Данлоп. Что запомнить? Действительно. Диктуй. Сейчас. В общем, я найду тебе жилетку, я тебе обещаю. И подарю, правда, чуть позже, но на Святого Николайчика. А я уже придумала, что тебе подарить на Новый год. Но не скажу. Но ты будешь в шоке. Да? Да. А сейчас мы приехали в Деликат за сладостями, за тортом. Да? Купим торт? Угу. А то какой? Не знаю. Давай я сегодня куплю торт, потому что я не смогла тебе купить жилетку сейчас. Поэтому торт я беру на себя. Мы купили тортик грильяж. Долго выбирали какой, потому что их там разных много, и мы читали состав. Купили вот такую вот шоколадку, какая-то экстра черный шоколад. Прям вообще шоколад, шоколадный шоколад. Купили оливки. Купили вот такое вот вкусное там мясо, в общем. А я сейчас приглашу Артема найти шоколадку. Я вам тоже не покажу, будем искать, будете искать вместе с Артем. Артем, тебе там послание подписчики не писали? Писали? Нет. Ну, я сейчас, знаете, что сделаю? Ну. Инстаграм покажу, кто мне написал. Теперь официально разрешено давать подсказки Артему, потому что там будет не место конкретное, где спрятана вкусность, а просто намек. А, вот записка под свечкой, удачки, видишь, и фото. Наташа, одна из тех, кто подсказал, вообще подсказывали многие. Тынь, ой. Та-дам! Кухня. Все, я пошел искать. Я должен найти за 3 минуты? Да. И если ты не найдешь за 3 минуты, то ты отжимаешься 20 раз. Если ты найдешь за 3 минуты, то я приседаю 20 раз. Подожди, а если не найду, потом та шоколадка переносится на следующий раз? Или да. Нет? Да? Да. А, ты решила сэкономить. Молодец. На старт. Подожди, внимание. Подожди, я еще не настроил. Я буду говорить холодно-тепло еще. Да, холодно-тепло, ты вообще как два пальца обосвали. И что, не говорить холодно-тепло? Да нет, так неинтересно. Холодно-тепло, ты легко искать. А, ну хорошо. Просто будешь искать, хорошо. На старт. Подожди, я настроюсь. Внимание. Марш. Подожди, а как шоколадка какая, большая или маленькая? Ну, ты явно, когда увидишь ее, поймешь, что это она. Ну, так, это... Так, нечестно. Что нечестно? Нечестно, если потом мне это все будет падать на голову. Ну, в холодильник же ты не положила ее за судаком. Ну, в тумбочку тоже просто. То теперь все будут знать, что где у меня лежит. Сорок семь секунд. Так, не подгонять меня. Ну тогда бы ты ее не закинула. Да? Аккуратно, пожалуйста. Блин, так это все. Ты сейчас смотри, не подскользись на подушечке.
Уже минута. Вот тут что-то открыто, ты, наверное, сюда. Нет? Нет? Нет, нет, нет. Да, тут так нечестно, ты куда-то ее вообще могла бы засунуть в бутылку какую-то. Сюда ты не положила. Ладно, давай уже говори, горячий тебе холодно. Сколько? Холодно. Сколько осталось? Полторы минуты еще. Все. Половина времени прошло. Холодно? Холодно, тепло. А, все. Тепло, холоднее. Тепло. Тепло. Холодно. Холодно. Тепло. Тепло. Горячее. Горячее. Горячо. Обжёгся. Я попробую там найти. Кто знает, что туда оно так входит и выходит? Молодец, нашел. Я, смотри, всего за 2 минуты нашел. Не забудьте про конкурс, о котором я говорила в начале видео. Почитайте описание, подпишитесь на каналы и обязательно оставьте комментарии. Потому что вас ждут классные призы, которые я скоро покажу. О, так, у меня шкрипатура. Спинку ровно держите, пожалуйста. Ой. Спинку ровно. Угол 90 градусов. 5, 13, 14. С вдохом надо. 15. 16. О! Ух, как вы дышите. 18, отлично. 19. 20. О! Да, годится. Зачет. Зачет. Так. Хочу посмотреть, какой, как выглядит наш тортик. Оп. О, красиво. Шоколадный? Ну, сверху шоколад. А там внутри сейчас посмотрим. А можно попробовать шоколад? Попробуем. Шоколад невкусный. Невкусный? Маргарин. Нет, там написано, что и масло в состав входит. Значит, маргаринное масло. Mm-mm. Вкусное? Блин, да. Надеюсь, еще торт будет вкусный. Хотя начало не очень. Он должен был шоколадным быть? Грильяж это. Давай попробуем, уже заценим, ладно. Ой, а там орехи какие-то, семечки. Ого, вы лупите. А говорили, еще суши не влазят. А тортик-то влазит. Или больше. Вкусный. Если шоколад вот этот убрать галимый, то сам торт вкусный, мне нравится. Похож на крымский. Ну. Да, шоколад отвратительный, просто ужас. Ага, ага. Так, поправь причесочку. Мы уже покушали, мы болтали долго с Машей насчет ее машины. В общем, прошло уже 2 часа, и мы уже очень хотим спать. Сейчас 11:30, ложимся спать. И вспомнили, что мы не закончили влог. Поэтому всем желаем хорошего дня. Спокойной ночи или доброе утро. И всем пока. Подписывайся на канал Мэри Тори. Вот так надо сказать. Ну, ну, давай. Нет, не буду. Да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал Мэри Тори.